покажу еще свои черенки этого года. Черенковала. Вот это. Чайно-гибридная. Не знаю, что за роза. Тоже хозяйская. Плохо, наверное, видно. Ну вот корневая. Это вот за сезон она нарастила. Но это собственные корни, то есть это не прививка. То есть она достаточно плохо нацвела. Обрезана. Пока еще в листиках. Пересаживаю. Переживет зиму и будет супер. В следующем году будет точно цвести. Ну и так вот сезон такой. Есть еще один череночек. Ой, один горшок уже дарила в подарок своей напарнице. Вон. То есть горшок такой, не знаю, сколько он, 3 литра, наверное, вот. Череночек. Вот. Ой, не вижу, тяжело. Сейчас подождите секунду. Вот, корни полезли. Прям буду пересаживать. Иначе тяжело. Вытащила горшок с места. А, там корешок надо пересадить. Ну и так вот, в следующем году начеренковала. Посмотрим, что нарастет с каулюсами. Потому что черенки как бы поставлены по сортам. Там посмотрим, как что. Желтая еще есть. Вот желтая. Тоже череночек, тоже цвел. Он прикопанный. Там хорошая корневая, но он уже как бы прикопанный. Желтенькая, такая яблочная, красивая, очень роза пионовидная. Не знаю название, потому что покупали вроде как. Она такая красивая, цвела. Ну, красивая, но название не знаю.